В этот солнечный майский день на городской набережной Бреста было весело и многолюдно. Всюду торговые точки с сувенирами и сладостями, фотозоны, информационные и развлекательные площадки. Детей и взрослых приглашали принять участие в играх и конкурсах, а со сцены звучала зажигательная музыка. Так по-весеннему ярко и позитивно проходит каждый год мероприятие, посвященное одному из самых светлых и радостных праздников – Дню семьи. 30 лет назад, в 1993 году, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций был утвержден этот праздник. Ну, семья для каждого из нас как гражданина – это, конечно, любовь, забота. А для общества, для государства – это, конечно, очень важный социальный институт. Именно здесь формируется в семье основа личности человека, преемственность поколений. У нас на уровне государства в Конституции определено охрана детства, материнства, семьи, сохранение традиционных ценностей семейных. В Ленинском районе Бреста, администрацией которого был организован праздник, проживает около 1500 многодетных семей, а 131 мама награждена орденом матери. По доброй традиции лучших представителей трудовых династий, семей, которые являются примером для других и достойно воспитывают своих детей, в этот день пригласили, чтобы поощрить, поблагодарить и подарить им праздничное настроение. Мои родители – это люди, которые всю жизнь посвятили себя музыке. Мама преподает с 89 года в школе музыкальной, 17-й нашей, аккордеон. Папа, мне кажется, в принципе, человек, которого знают очень многие в городе Бресте, известен как аранжировщик, композитор. Вот. Ну, а я как продолжатель этой династии, этого рода, пою. Нам очень приятно, что нас сегодня пригласили поздравить город Брест с Днем Семьи. У папы создана песня «Я сегодня жить хочу». И это как лозунг, наверное, нашей семьи – жить сегодняшним днем. Являемся военнослужащими внутренних войск, войсковой части 55-26. Служим уже достаточно давно в этой части, познакомились даже в этой части, поженились. И так случилось, что и детей наших мы тоже привели в нашу часть, военно-патриотический клуб «Крепость». Семья – это корни, на которые всегда можно опереться. Мы стараемся воспитывать своих детей в доброте, в понимании, в любви. Очень надеемся, что они вырастут настоящими людьми. Военнослужащими они будут, либо будут какую-то гражданскую профессию осваивать. Но главное быть человеком прежде всего. Мы являемся большой семьей, у нас уже трое детей в семье. Мы работаем врачами в Ленинском районе города Бреста. Я врач-травматолог поликлиники номер 2, моя супруга врач общей практики той же поликлиники. Хотели пожелать брестчанам в этот замечательный праздник, День семьи, чтобы у каждой сложил свою семью, у кого еще ее нет, а также пожелать всем здоровья, самое главное, и семейного благополучия. Семья – это маленький островок, где есть место любви и уюту, сопереживанию и поддержке. Именно в семье учат трудиться, любить свою родину. И если будет благополучие в наших семьях, оно будет повсюду. Людмила Лагодич, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ.